В Руден состоялась 4-я Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Проблемы современного радиовещания в России». В этом году конференция была посвящена актуальным вопросам продвижения и популяризации современных российских радиостанций, а также молодежным студенческим интернет-радиостанциям, специфике их создания и особенностям функционирования. То есть докладчики не просто выступают, а ведется именно дискуссия, задаются вопросы из зала, и выступают не только студенты, но и гости из других университетов. Например, в этом году к нам приехали студенты из Твери с радиостанции «Вот это радио», студенческая радиостанция, и студенты МГУ со своим проектом «Маховая-9». Радио «Маховая-9» — это учебный проект в первую очередь, а во вторую мы, и даже не во вторую, наравне. Мы также освещаем и проекты административные. То есть на журфаке прошла лекция, например, какого-нибудь известного преподавателя, а может быть приглашенного гостя. Например, вот недавно прошла лекция Льва Мановича. Соответственно, мы освещали ее в разных форматах. До этого он к нам приезжал, и мы делали большой лонгрид по нему. А сейчас мы там на базе платформы редактора ВК залили его тезисы, звук, полную лекцию, фоточки. Ну, в общем, все очень красиво, все очень классно. Человек, который не был на лекции, например, может посмотреть и понять, кто такой этот спикер. В этот день Руден собрал в своих стенах всех влюбленных в радио, всех, кто верит в его удивительную природу, в его будущее. Гостями конференции были ведущие радиостанции «Маяк», лауреат премии «Радиомания 2010» за программу «Танцы с волками» в номинации «Ведущие разговорного эфира» Игорь Ружейников, выпускающий музыкальный редактор «Радио Романтика» Дмитрий Загорский, корреспондент радиостанции «Коммерсант ФМ» Владимир Расулов и многие другие. Я довольно часто приезжаю в сам университет. Каждый год ко мне приходят студенты из РУДН на практику, на стажировку. Довольно давно. Более 5 лет. День радио 2018 – это мероприятие, на котором можно приобрести навыки и новые знания в области радиожурналистики. Мероприятие для перспективного общения между студентами, преподавателями, практикующими радиожурналистами и ведущими известных радиостанций. По традиции, после пленарного заседания были награждены лучшие студенческие радиопрограммы, вручены памятные подарки и сертификаты. Телевидение РУДН. Новости.